Всем привет! Давно видосов не было. По ссылочке у нас значит AliExpress. Тут, скорее всего, татуировочка. Ну как татуировочка? Временная татуировка. Будем называть это так. Шла она очень долго, очень-очень долго. Так, оценена, значит, в доллар. Покупал я ее за 20 рублей, то есть меньше доллара. Продавец оценил ее в больше доллара. Блять, нож вообще ни хуя не режет. За нож, блядь. Дебилы. Сейчас попробуем что-нибудь. Все, вроде бы. Скрылось. По ссылочке идут, так что подписываемся на канал. Ставим лайки. Вот такой вот Spider-Man. Spider-Man. Что-то много мне присылали. Спасибо продавцу. Сейчас куда-нибудь завалим вот на руку. Чтобы было вообще все шикарно. Вот здесь вот у нас инструкция, значит, есть, все имеется. Ссылочку оставлю, как всегда. Ну что, давайте бить, короть себе татушку. Наклеивать, точнее. Если она мне понравится, возможно, это будет эскизом для будущей татуировки. Я вот только не могу понять, вот здесь вот инструкция, все, я прочитал, в принципе, немножко понял. Немножко что-то не понял. Вот это вот нужно отклеить. Нам нужно тату приложить к руке. Так вот ее зафиксировать, значит. Так вот, так вот, так. Вот что, ребятки, получилось. В принципе, круто, неплохо, но в инструкции не написано вата. То есть водой нужно хорошенечко, значит, тряпочкой проделал. Водичкой намочил, подержал еще секунд 10 и тогда, потому что я полчаса мучился и ничего вообще не клеилось. Вот так что, в принципе, ссылочку оставлю, заказывайте, в принципе, прикольненько, так неплохо получилось. Вот, теперь мы с телефоном похожи. Вот. Ну все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.